Автопарк Петропавловска пополнился 5 новыми автобусами марками «Донфэн». Обслуживать они будут маршрут номер 31. Автобусы уже курсируют на линии. Сеть регулярных автомобильных перевозок пассажиров Петропавловска включает в себя 18 городских маршрутов. Ежедневно на рейс выезжают порядка 185 автобусов. С 2021 года перевозчики приобрели 100 новых автомашин. Парк обновился на 51%. В прошлом году ТО «Кызылжар Басис» приобретено 10 новых автобусов марки «Донфэн». Закупили автобусы марки «Донфэн». Также мы в прошлом году обновили маршрут 8М. Закупили тоже 5 единиц транспорта. Обновлено порядка 90% подвижного состава. В будущем эта работа продолжится. Стараемся повышать качество обслуживания населения.